Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник. И знаете, честно, меня уже, наверное, это немножечко задолбало. На протяжении, наверное, роликов последних 15-20 я в начале каждого ролика говорю, что я болею. Что действительно у меня ковид, ребят, я довольно-таки сильно болею, я сплю по 16 часов где-то в сутки, в смысле, у меня дикий кашель, у меня чувство, что я могу просто выплюнуть, там, не зная, свое легкое. В каждом третьем ролике я объясняю, почему нету шоу Хрипов. Причем в начале ролика объясняется, что для того, чтобы снять шоу Хриплых, мне нужно выделить день. То есть это часа 4 сидеть, снимать. Я физически это не могу, потому что в каждом ролике слышно, как я кашляю, сопливлю и так далее. Что мне это сложно физически и так снимать. Я снимаю, потому что я могу. И под каждым этим роликом есть коммент: а когда шоу Хриплых? Ну, честно, я уже начинаю это читать примерно вот так вот. Леха, когда будет шоу Хриплых, Лех? Ребят, поймите, это является довольно-таки эгоистичным, а я бы сказал бы даже свинским поведением писать так и просить. Шоу Хриплых будет тогда, когда будет. Когда я выздоровлю, когда я раскидаюсь своими делами, когда у меня просто получится банально его снять. То, что куча народу пишет, и причем пишет под роликом, где выше объясняется, почему нету шоу Хриплых. То есть в ролике говорится, я болею, я не могу физически. Нету. Леха, а когда вы шоу Хриплых, я соскучился, ну ты объясни, пожалуйста. Ребят, я сейчас вот объясню всем вот таким людям, которые не понимают на вашем языке. Шоу Хриплых не будет, пока я болею, пока я не выздоровлю, не будет шоу Хриплых. Надеюсь, на вашем языке это понятнее. Я надеюсь, люди, которые вот по-другому не понимают, видимо, так они поняли, почему нету шоу Хриплых. Хотя я не удивлюсь, если под этим тоже кто-то напишет, в смысле, а когда же шоу Хриплых, в смысле. Я вообще, я не знаю, это настолько эгоистично. Вот люди, которые пишут так, отпишитесь от канала. Мне не нужны такие неадекватные подписчики. Ну вот честно, в смысле. То есть вы просите, я посмотрел бы, если бы, как я, валялись бы дома, и там, не знаю, просто... у вас не хватало бы кислорода из-за того, что вы кашляете периодически очень жестко, в смысле, прям вот с чувством, что просто легкое сейчас выплюете. Как вы сидели бы и снимали бы 4 часа подряд ролики. Прям реально, это меня уже прям очень сильно задолбало, ребят. Вот одни и те же однотипные комменты. Ты им отвечаешь, почему тебе... Нет, тебе что сложно сказать? В 15 последних роликов я говорю, что это болею. 1+1 складывается. Леха болеет? Леха плюс болезнь равно, ну нету Хриплых, не может он снять физически. Алло, алло, алло. Я не знаю уже просто, как донести, я надеюсь, что сейчас, может быть, все-таки все это услышат, хотя вряд ли, если оно кто-то напишет. А когда мы что, Хриплых? Господи, блин. Ну, серьезно, я уже в шоке. Я вот каждый день стою и так сижу довольно-таки в депрессивном каком-то состоянии, затянувшись болезнь, потому что я уже больше 2 недель болею этим гребаным ковидом. И тут вот это просто раз за разом, прям просто одно и то же. Ты вот объясняешь, у вас 307 тысяч подписчиков. Да запустите любой из 10 последних роликов, и в каждом практически сказано, почему нет шоу Хриплых, вы все равно продолжаете писать. У вас вообще нормально все там? Нет, я думаю, что как-то не особо все нормально. Ладно, ребят, это касается всех остальных, кто смотрит другие ролики. Спасибо, что смотрите Dark Deception. Все остальное вечером я попытаюсь вам снять продолжение Dark Deception. Скоро я улетаю. Если я выздоровлю опять же, блин, потому что я не знаю, с таким кашей меня в самолет, наверное, даже не пустят. Ладно, ребят, давайте начинаем. С вами, как всегда, я Лёха Смертник, а вы ставьте свои лайки. Давайте, поехали. Так, доброе утречко. Доброе утречко. Так, а где это проснулся? Василий, что за дела? Чё опять проснулся? Непонятно где. А нафига потолки такие высокие? Я себя карликом начинаю чувствовать. Прям реально начинаю чувствовать себя карликом. Я не знаю, как это еще назвать. Карлик, Алексей, он на свете всех добрей, задолбали все его. Все хрипят, а он говорит, ну, так. Василич, куда ты меня опять затащил, что это за фигня? Я так понимаю, мне кажется, там вот сверху однозначно что-то есть, что-то там прячется, потому что не просто так же здесь подъем наверх. Отлично, здесь есть молоток. Можно найти Васильевича, взять ему, прям зарядить молоточком.
А может просто разбить окно и вылезти в окошечко? Подожди, а зачем здесь окно в другую сторону? Зачем окно? Нет, действительно, а зачем это окно здесь? Чтобы с одну комнату в другую подсматривать? Ну, как раньше. Раньше в ванне там где-нибудь вот эти вот окна делали. Вот это всегда странно для меня было, что за людьми подсматривать, что ли? А вот зачем? Так, где-то должен быть красный ключ. Не знаю где, не знаю как. Серьезно, а где он может быть? А может быть он просто лежит здесь, в шкафу, например? Так, так, подожди, здесь у нас еще и зеленый ключ есть закрыт. Ты смотри-ка. Где же мне найти и куда же мне пойти? Давай-ка здесь все открою, внимательно посмотрю. Посмотрю очень сильно внимательно. Так. Что-то я не вижу. Прям реально не вижу. Вот, как-то так. Все дела обстоят. Не, серьезно, а где ключ-то? Здесь есть зелененький ключ. Возможно, он откуда-то открывается. Откуда, непонятно. Нифига себе маленький. Вот баташки-то у меня зато крутые. Так, это ничто никак не убирается. Возможно, вот эта штука как-то откроется. Только как, откуда? Подожди, а куда здесь ключ вообще могли спрятать? Может быть, он где-нибудь вот тут, например, выше лежит? Давай-ка посмотрим. Нет. Ключа здесь нету. А где есть? Это просто какая-то жесть. Может быть, он у нас здесь в первой комнатушечке имеется. А может быть, картина, например, что-то откроет? Нет, картина у нас, видимо, нифига не откроет. Глаза бы мне что-нибудь открыла. Где же ты, моя картина? Я везде вот здесь ищу. Нифига я не найду. Не, серьезно, здесь довольно-таки маловатая комната, чтобы здесь, в принципе, что-то спрятать. Возможно, где-то здесь есть выключатель. И я как-то очень фигово ищу. А, подожди, вот он, просто лежит красный ключ, и я просто я не могу найти, потому что слепошарый Алексей вечно нифига не находит. Так. Здесь, я так понимаю, у нас где-то должна быть карточка. Карта, где же ты? За диваном. Наверное, за диваном. Нет, за диваном тоже нету. В горшке тоже нету. Нигде нифига нету. А зачем я тогда сюда зашел? Я же зачем-то зашел вот... А, вот он, смотри. Вот и карточку нашел. С ней куда-то я пошел. Продолжаю я ходить. Так, второй. Ну, я сомневаюсь, что она, конечно, откроет здесь. Я больше чем уверен, что она не откроет. А почему? А потому что... Тин-тирин-тин-тин-тин-тин. Так, давайте дальше. Так, зеленый ключ, чтобы открыть, мне нужна эта фигня. Здесь, скорее всего, нужен, может быть, магнит. Да, здесь нужен магнит для того, чтобы дотянуться. А где мне взять магнит, я стесняюсь. Опа-на. Так. Угу. Значит, магнит не нужен, я просто так туда пойду и все это дело открою. Так, вот. Вот магнитик я нашел, с ним куда-то я пошел. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, притянул. Давай, ищем, смотрим мы. Так, подожди, если я сюда перелезу, я уже потом назад, походу, отсюда не залезу. Или залезу. А я не знаю.
Ничего не знаю. Где найду? Где потеряю? Что жизнь... А подожди, а что я ищу? Подожди, реально, а что я ищу? Что я пытаюсь найти? А, там может быть выше куда-то есть проход? Да. Здесь действительно есть выше проход. Нужно только все открыть. Возможно, что-то где-то там нарыть. Вот. Продолжаю прыгать я. Вот такие вот дела. Так. Так, и что у нас здесь? Здесь у нас есть вода и есть ключ. Ключ, скорее всего, где-то на дне. А нет, подожди, ключ просто здесь лежит. Что, мне даже вниз не надо прыгать, что ли? Я по дну опять хожу. Ла-ла-ла. Так, давайте, открываем. Так, и что у нас здесь? Где-то, я так понимаю, где-то здесь есть переключатель, при помощи которого я смогу открыть решетку и пройти ниже. Просто пройти ниже и там чем-нибудь заняться. Все, дальше мы идем. Сейчас мы ключик здесь найдем. Вот отмычка здесь лежит. Так, и что-то как-то уж слишком просто все получается. Просто идешь как орешки, щелкаешь, все находишь. Так. Не, ну уж что-то уж слишком легко. Так, и что, откуда я должен притянуть? Карточку. Нам нужно бы как-то карточку разморозить. Как я ее могу разморозить? А. Наверное, мне нужно найти второй синий ключ. Так. А зачем мне столько магнитов? Я магнет-то, человек-магнит практически. Так. Размораживаю все это дело. Василич, как вот это все сделал, а? Тен-терен. Ты давай здесь тай. Вот он так долго тает лед. Как ты так долго таешь? Ничего, скоро зима, на улице один лед будет и снег, и нормально все будет. Будет как-то так. Будут так дела тут. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот я шкафчик чек открыл. Нифига там не нарыл. Вот такие вот дела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, что ж ты так дальше? Что ж ты так долго таешь? Я прям не могу. Прям не могу. Тай быстрее. Ну давай тай быстрее, может я в туалет хочу, между прочим. Сейчас прям в туалет здесь схожу, здесь новая глыба будет ледяная. Правда, желтая. Запомните, никогда не кушайте желтый снег. Желтый снег — это печально. Так, все, давай карточку взяли и пошли. И куда-то мы прошли. Так, может быть здесь что-то есть? Здесь нету, нифига. Вот такие вот дела. Опа-на. Кто молодец? Правильно, я молодец. Дальше прохожу. Вот я выход нахожу. Опа-на, нифига себе тут. А выход, опа. Я прям слышу кого-то. Или мне показалось? Наверное, мне показалось. Так. Здрасте.
Так, давай, давай, давай. Я что-то не понимаю, да. Я здесь что-то пропустил или нет? Или здесь ничего и нету? Потому что я спрыгну вниз. Чё, нифига себе здесь лабиринты-то. Вот этот лабиринт, Джонни, Джонни, что ты здесь делаешь? Он рукой мне куда-то показывает. Куда идти? Туда? Не хочу я туда идти. Супермаркет. Отлично, отлично, супермаркет у нас. Так, подожди. Это я назад вернусь. Мне нужно найти где-то рычаг, который откроет здесь. Возможно, я его где-то пропускаю. Может быть, он даже был сверху, например. Что, мне скажут, опять через верх, что ли, идти? Потому что я что-то где-то пропустил. Так, мне еще нужен ключ, чтобы зайти сюда. При помощи этого ключа я смогу все сделать. Ну ладно, давай, давай. Вот я так и думал, что в самом начале пропустил, там, наверное, в холодильнике что-нибудь. Блин, головой об эту стрелку ударяюсь. Благо, что голова пустая, хоть мой мозг не пострадал. Может и пострадать то, чего нету, не может. Не может пострадать. И чё? Здесь нет нифига, что ли? Я чё, просто так сюда назад залазил? Я не хочу просто так сюда назад залазить. У всего должен быть смысл. Смысл, смысл, где же ты? Где же ты, родной мой? Где же ключ? Где же ключ? Не, серьезно, а где ключ-то взять? Ну вот сверху здесь я вообще никаких ключей не вижу. Вообще не вижу нифига. Могу пойти только вниз. Джонни, Билли, Вилли, Дилли здесь все стоят. Вот мне кажется, как-то вот это окно еще должно открываться. Где-то должен быть рычаг. Причем здесь вентиляция на крыше, непонятно. Блин, реально не понимаю. Картины не берутся. Ничего сделать не могу. Здесь не ударяется. Ну и где? Где? Где я пропускаю? У меня есть еще магнит. Я просто хожу, здесь какие-то кругаля наматываю, непонятно зачем и непонятно для чего. Подожди. Это не откроется. Это, чтобы открылось, мне нужно с той стороны пройти. Большая тоже не открывается. Ну где-то, где-то есть ключ. У тебя есть ключ? Ну и нет ключа. У него тоже нет ключа. Выключатель здесь не вижу я. Сверху ключ не вижу я, снизу ключ не вижу я. Вот такие вот дела. Всех люблю на свете я. Я не знаю, может быть, в вазе? Не, мне кажется, ваза, она какая-то не разбивающаяся. Такая себе вазонька. Отличная, хорошая вазонька. Которая не разбивается.
Давай, уже, я уже пошел непонятно на какой заход. А что-то вот, кстати, в этом я и не смотрел в прошлый раз. Все равно там нет нифига. Банки, 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 склянки. Серьезно, а я не вижу? Я не вижу, где же ключ? Он прекрасен, он могуч. Либо где-то отмычка лежит, ну где-то либо прям ключ такой лежит. Либо где-то есть выключатель, который я почему-то не замечаю. Потому что я просто слепошарый. Алексей, а подожди, а может быть он лежит, допустим, на холодильнике сверху? Ключ? Какова вероятность этого? Мне кажется, вероятность ничтожно мала. Нет, там я тоже нифига не вижу. Ну нет, ну как ты его здесь спрячешь? Интересно, интересно. Ну вот он, пустой холодильник. Здесь нет ничего. Где-то есть переключатель. Выключатель. Либо ключ. Я же не мог ключ где-то там потерять, оставить. Вот этого я не могу даже подвинуть. То есть я их вообще не могу не взять, ничего с ними сделать. В руках у них нет ключей. Ключей у них я в руках не вижу. Выключатель я тоже не вижу. Даже если он под свет, слепошарый Алексей не найдет нифига. Вот. Цветочки тоже нет. Вот картина вообще им без разницы на все. Если бы это картины бы открывали. А может здесь выше? А, вот так. Ну ладно, хорошо. Я, допустим, так я смогу разбить. Что мне это дает по факту? Да нифига мне это не дает по факту. Ну типа я сомневаюсь, что мне нужно сюда зайти, например, с коробками. Вот в этой комнате, кстати, я ничего не брал. Потому что здесь и нету нифига. Не, ну вряд ли мне нужно принести коробки, чтобы поставить здесь. Странновато это как минимум было бы. Ну, давай принесу. Принесу. Термису. Захотел я снова. Че я вечно найти нифига не могу. А вот это зачем? Ну нету, нету ничего. Вот там есть ключ. Как мне, как... Где переключатель-то, ё-моё, а? Либо ключик. Ключик, ключик, где же ты? Ты.
Может, под подушкой лежит? Не, это пипец будет, если под подушкой. Нет, под подушкой тоже не лежит. Это реально какая-то ерунда. Я, по-моему, все, что можно, перерыл. Вот ну где? Ну где-то же я пропускаю. Однозначно. Однозначно где-то я что-то пропускаю. Вот такие вот дела. Чё-то не замечаю. Выключателей не вижу я. Да ё-моё, ну хватит, хватит уже падать вниз. Падаю вниз и падаю, падаю и падаю, падаю и падаю. Сколько можно-то? Сколько можно? Сколько можно? Здесь все сложно. На потолке тоже нету ничего. Ничего нигде нету. Ну серьезно. Нет, это вообще-то не серьезно. Это ерунда какая-то. Это какая-то ерунда. Я не понял нифига. Не, есть, конечно, вероятность, да, что где-то вот здесь я пропустил, что, скорее всего... Не, ну, это здесь. И вряд ли это где-то дальше там будет. Вряд ли отсюда какой-то ключ подойдет. Интересно, интересно. Интересно. Водила. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Где же пропускаю я? Ну серьезно, ключа я не вижу. Картины? Картины не двигаются. Не двигаются картины. Здесь я вообще не вижу картин. Мне нужно открыть эту решетку. Иди туда же. Ничего другого не открывает. Здесь я уже попрыгал. Нифига я не напрыгал. Все, что можно, вроде обошел. Так, ребят, я что-то сдаюсь. Я сейчас, наверное, гляну все-таки через редактор, где это, что и как вообще делаю. Я, в смысле, я реально не понимаю. Я что-то где-то пропускаю. Скорее всего, вы уже это увидели где-то. Так, ну-ка. Блин, да, реально, я вот сейчас проходил же там несколько раз, и я не увидел, ребят, я не увидел. Вот несколько раз же я прям подходил, прям смотрел, прям такой, оп, стоял. Вот он стоит у нас. Блин. Надо же, было-то так, а? Эх, слепошарый Алексей, он на свете всех слепей. Так, а вот он ключик, я нашел. С ним я к дверочке пошел. Так, все, я так понимаю, я ушел. Все, Василич, я покидаю твой подвал. Все, часики закрутились, я надеюсь, что лайки намутились. Как-то так вот все дела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Нет. Просто нет. Сказано нет. Так, ребят, если хотите продолжение, напишите об этом в комментарии. На вопрос, который по-любому еще напишет 150 человек в комментах. Когда будешь охриплых? Я не знаю. Я потому что не знаю, когда выздоровлю. Вы знаете, когда вы выздоровеете, когда у вас ковид? Я думаю, что нет. Я вот тоже не знаю. Поэтому я не могу ответить на вопрос, когда. Когда мне станет легче и так далее. Я не могу это спрогнозировать. К сожалению, я не Ванга. Все, ребят, можете ставить свои лайки. Я все-таки думаю, что 99% подписчиков у меня все-таки адекватные люди, и которые не пишут вот такой вот действительно бред в комментариях и не пытаются заставить больного человека сидеть и снимать то, что они хотят посмотреть, наплевав абсолютно на здоровье других людей и так далее. Так делают, ребят, неправильно. Все. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Всем отличного настроения, всем удачи, всем пока. Увидимся, друзья. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Давайте покидываем.